Это ты целитель Тирамен? Да, да, а это Гален? О боги, что с ним произошло? Сидел и вопил. Мантикора сожрала мои глаза. Видно, вместе с рассудком. У меня есть мед и ачанта, но самые редкие травы забрали жрецы. Не бросать же его. Что нужно достать? Поможешь? Это чудесно. Я дам тебе список. Посмотрим, что Тирамен сможет сделать. Как наш страдалец? Бормочет вздор. Нужно облегчить его боль, иначе он не придет в себя. Нужен настой сильфии. Римской травы? Сильфии – это наша трава. Но из-за римлян ее почти не осталось. Они хранят ее на складе, к северу отсюда. И берегут, как зеницу ока, да? Я уверен, что ты найдешь способ туда пробраться. Будь Диокл моим мужем, я бы приковала его к постели, прежде чем отпускать в Пирену. Конечно, у тебя одни мужчины на уме. Вы видели проконсула? А проксила? Самый красивый мужчина в Кирене! Нет, в мире! Флавий! Флавий! Давайте вместе воспоем его имя! Лучше не привлекать внимания. Стандей! Мора! Mm-hmm.
нужно отнести этот чудо-сорняк Тирамену. Диокл моим мужем. Чудесно. Я заставлю нашего друга прийти в себя. Если, конечно, он изначально был в себе. Если мне доведется встретить Мантикору в лесах Балагре, получишь ее голову. Был бы рад, Миджай, мальчик мой. Говорят, ее ядовитое жало вызывает мгновенный паралич. Мне бы оно пригодилось. В медицинских целях, конечно. А, конечно. Прощай, Тирамен. Прощай, Байек. Остерегайся, Мантикор.
нужно быть осторожным. Я египтянин, как и ты, Меджай. Мы должны бежать. Прошу, ради Египта. Lince Ivi! От кого ты? От Аполлодора? Я никогда не предам Египет. Ты служишь Аполлодору? Помогаю Аполлодору в его великих замыслах, как аспид в зарослях Киренаики. Мы в опасности. Не знаю, кто нас выдал, но так меня и отыскал Центурион. У него имена лазутчиков. Немногие способны так перенести пытки, как ты. Найди его. Выясни, что он знает. Он обходит башни на границе. За Египет. За свободный Египет!
все было бесплодно. Наши земли и наш скот. Откуда ступала его рука, рождалась новая жизнь. Флавий — это пророк Рима, воплощение Рима. Ибиаме! Ибимагэле! Прибыл великий благородный Флавий! Прибыл лев! Вот рядом с тем! Да! Да! Освободитель этих земель! За него все было бесплодно! Наши земли! Видят, сразу накинутся. Эй! Эй, что? Что? Я быстрее! А вот и ты! Попробуй! Надо сказать Реди.
тебе здесь не рады. Уже близко. Есть еще лазутчик. Катя, в восточной крепости. Нужно его спасти. Manere! Nessuno!
Oh.
Altimok, und Baket! Sister! Me too! Et non mover! Ultimem cord! Sante! Voilà! Right decision, Gerek. Лучше не привлекать внимания.
Это убежище для путников. Здесь можно отдохнуть. Я не могу. Но знай, что Ра улыбается тебе. Тебе обед! Тебе манеры! Thank you.